Fear. Затем страх. What does Govinda Das Kaviraj say? Что говорит Говинда Дас Кавирадж? Баджа хоре мана, Шинанда Нандана, Абхай Чарна, Равиндаре. Майя майн, you are full of fear. Он говорит, дорогой ум, ты полон страхов. Правда? Это правда? Everybody is full of fear. У всех полно страхов. The head of state in any country, so heavily protected by. Почему так сильно охраняют главу любого государства? Fear. Из-за страха, что что-то может с ним случиться. So there are various levels of fear. И есть разные уровни страха. I may lose my job. Я могу потерять работу. I may lose my money. Могу потерять деньги. I may lose what I have. Могу потерять вообще все, что у меня есть. So we live a life of fear. И мы живем постоянно в страхе. So Govinda Das says, my dear mind, you are full of fear. И Говинда Дас говорит, дорогой ум, ты полон страха. So what's the solution? Какое есть решение этому? Is he offering any solution? Он предлагает какое-то решение? What is the solution? Какое решение? No one knows. Никто не знает. Никто не знает решение. He takes shelter of the lotus feet of Maharajananda. Он говорит, прими прибежище у лотосных стоп сына Махараджананды. What happens when you take shelter of the Lord? Что происходит, когда вы принимаете прибежище у Господа? Your fear goes away. Вы избавляетесь от страха. We live, lead a life of fear. Потому что в материальном мире мы постоянно живем в страхе. I may lose what I want. Я могу потерять то, что у меня есть. Sometimes our material mind says, "Oh, you're giving a youth for serving the Lord. Who's going to look after you when you get old?" И иногда материальный ум говорит нам: "Ты сейчас отдаешь свою жизнь служению Кришне, пока ты молод. А кто о тебе в старости будет заботиться?" Does that strike you sometimes? Иногда он так ударяет по вам, да, ваш ум. Страх такой вот нагоняет такого It страха. Does. Да? So what's our answer? Какой у нас ответ на это? We are giving our time and service to the Lord. Мы отдаем going to protect us. Время служению Господу, и Господь будет защищать нас. We think that our bank balance can save us, our defenses can save us. But actually nobody can save us. Мы только в иллюзии думаем, что счет в банке нас защитит или какие-то другие меры нас защитят. Ничто материальное нас здесь не защитит. We should have full faith if I engage my precious human life in service to the Lord. The Lord is definitely going to protect me. And doesn't the Lord say that? Kaunteya Pratijani Neve Bhakti Pranishati. Arjun, you declare to the world, my devotee will never perish. Если мы будем служить Господу, отдавать свою жизнь служению Господу, то Господь несомненно защитит нас. И сам Господь говорит об этом. Он даже просит Арджуну объявить об этом. Смело объяви всем, что мой преданный никогда не погибнет. Krishna could have declared it himself. My devotee will never perish. Кришна мог бы сам это объявить. Мой преданный никогда не погибнет. Но он хотел, чтобы его преданный сказал об этом. Как вот вы можете видеть, разные спортсмены могут рекламировать какие-то товары. Buy this product, I know it's good. Покупайте вот этот товар, очень хороший, я попробовал. There's a movie star in India. He takes $2 million. Just was saying, buy this product, it's good. Есть один известный киноактер в Индии. Он берет $2 миллиона за то, чтобы просто сказать, покупайте этот товар, он не очень хороший. Just for posing for one photograph with the product and the one statement, $2 million. То есть за одну фотографию на фоне этого товара и за одно выступление
прославляющий этот товар, он берет 2 миллиона долларов. You know, the Olympic stars. Или вот какие-то звезды Олимпиад. Anyone who wins an Olympic medal gets a, becomes his market value goes to $2-3 million for ad for endorsing one product. Как только какой-то спортсмен получает олимпийскую медаль, его рыночная стоимость сразу вырастает до 2-3 миллионов долларов за одну рекламу. So why do they pay so much? Почему они столько платят? Because if that sportsman says this product is good, a lot of people are going to buy the product. Потому что если этот спортсмен скажет, этот товар хороший, многие люди будут его покупать. I think they got this idea from Krishna. Я думаю, они эту идею у Кришны украли. But Krishna told Arjuna, "You declare to the world that my devotee will never perish." Кришна сказал Арджуне, ты объяви миру, что мой преданный никогда не погибнет. Krishna could easily have done it. Кришна мог бы сам объявить. But he thought if a devotee says, that would be better. Но он подумал, что если преданный об этом скажет, то это лучше будет.